принцесса Милана. Сегодня я вам покажу свои учебники из 3-го Б-класса, которые мне выдали в школе. Ну, давайте начнем смотреть. Первый учебник окружающего мира. Он зелено-розовый, пока первые части. Здесь желтые кружки, на всех учебниках будете заметить. И вот здесь... Учебник написал Плешаков. А. Плешаков. Вот здесь диск нарисован. И здесь разные темы. Ну, здесь очень много. Которые я буду проходить за весь учебный год. Еще нам должны... Потом выдать учебники второй части, хотя должны были выдать сразу. Следующий учебник, он не совсем учебник, это, точнее, справочное пособие по русскому языку. И создатели Узорова и Нефёдорова. Давайте же посмотрим. Здесь всякие задания, уроки. И здесь написано урок. Какой-то урок и тема урока. Здесь разные задания на эти темы. Вот такой вот красивый сине-желтый учебник. Следующий учебник по литературному чтению бело-розовый. И здесь опять же этот желтый значок. Создателю здесь не написано почему-то. Ну, а вот авторы Климанова, Горецкий, Голованова, Виноградская и Бойкина. Здесь в каждом учебнике есть условные обозначения. Допустим, если мы в задании увидим... Сейчас покажу. Вот, допустим, вот значок один. Фиолетовая книжка, и это значит, можно зайти вот сюда и посмотреть. Работаем в рабочей тетради, это значит. И так далее. Мы сейчас дошли по теме на уроке до поэтической тетради. Здесь много разных стихотворений. Сам кое-что покажет, что нужно. Пушкин Александр Сергеевич. Я этого не видела. Прикольно. Прикольно, это учебник по литературному чтению, который я буду проходить. Следующий учебник по математике. Но на лето задали учить таблицу умножения, но я ее не учила, потому что я уже ее знаю. Вот здесь разные задачи, примеры. Очень здесь много. Учебник сине-бело-розово-желтый. Вот желтый. И вот здесь желтый. Вот такой вот прикольный очень учебник, в котором я чаще всего открываю. Мы каждый урок почти работаем по учебнику. Вот такой вот прикольный учебник. Здесь нарисован заяц, медведь и птичка какая-то. Следующий учебник русского языка. Кстати, этот учебник, авторы у него. Здесь авторов не записано почему-то. А вот. Здесь Маро, Бантова, Бельтюкова, Волкова и Степановна. Авторы этого учебника. Следующий учебник русского языка. Авторы Канакина и Горецкий. Он рыжий розовый.
Здесь фиолетовый внутри, оранжевый. Оранжевый, вот это вот то, что видите, прямоугольник. Это правило, которое нам надо учить. Здесь также есть всякие условные обозначения, как и в других учебниках. Допустим, вот здесь даже вот это написано. Куприн написал. Дорогие третьеклассники, перед вами учебник русского языка для третьего класса. Подружитесь с ним. Учебник познакомит вас с новыми интересными явлениями мира русского языка. Вы будете учиться владеть русским языком, одним из богатейших языков мира. Учиться видеть, чувствовать и ценить его красоту. Уместно и правильно пользоваться словами русского языка во время общения. Вы узнаете много интересного о предложении и тексте. Будете учиться точно излагать свои мысли, выражать свои чувства и настроения, говорить так, чтобы было интересно вам слушать. Вы откроете для себя секрет образования. Слово узнаете, из каких частей оно состоит и по каким моделям образуется. Вы обогатите свою речь словами разных частей речи, познакомитесь с новым признаком частей речи. Вы откроете для себя новые правила письма, новые способы проверки орфограммы. Будете учиться грамотному, безошибочному письму, одному из важнейших качеств культуры человека. Успехов вам и новых открытий в познании русского языка. Вот такое. Сова значит сведение о языке. И здесь недовольный кот и довольная киса. Вот такой вот красивый по русскому языку учебник. Следующий учебник по английскому языку. Мне кажется, он самый интересный. Потому что здесь вот такие вот треугольнички, еще здесь всякие обозначения. Все цветным так нарисовано, очень прикольно. Вот здесь салатовым, вот здесь синим, потом розовым, а потом уже вот таким прям синим, темным. И здесь все такое яркое, что просто интересно его изучать со страницы со страницей. Очень красивый учебник, здесь даже кот, клоун какой-то на машине, лошадка, вагон, мячик, самолетик и мишка. Очень цветно нарисованы. И на них написано разными цветами вообще. Очень разноцветный, радужный, прикольный учебник. И, наконец-то, пришло к времени не совсем учебником, или сказать вообще не к учебнику. Это мой дневник. Он оранжевого цвета. И здесь нарисован пингвин, собачка, то ли медведь, заяц, кот. Еще один кот, лягушка, панды. Их очень много чего, очень много зверей нарисовано. Внутри он желтого цвета. А вот здесь чуть-чуть такого прям цвета. Здесь в конце учебника как раз есть всякие формы, подсказки. Вот это. Вот такой вот у меня красивый дневник. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ты еще увидишь много интересных видео. Всем пока! Был рыжим лес еще вчера, а дождик оребило. Сегодня вы